А где мы с тобой дома? У меня. Что, так все, готовы мы? Да-да-да. Команда готова. Да-да-да. Фармить поедем. Мне 5000 серебра. А, народ, короче, сегодня на стриме разыграем за... Ну, стримить будем чуть больше часа. Разыграем 3 дня премиум аккаунта 3 раза. Среди подписчиков нашего канала на Твиче и тех, кто в чатике будет общаться. Она, можно выиграть? Пш. Пс. Конечно. А то мне будет 330, если ты дашь на 3. У меня 327 дней. Центр будет. Я ногу. Ровненько. Ты думаешь, как у меня новый... Кусок две новые восьмерки према. Какую ты выбрал? Гуся, конечно. А чё это ты выбрал? А мне? А мне? А мне? А ты участвовал в розыгрыше? Да. А вы подписаны на канал? Да. Нет. Вот и всё. Вот и всё, да. Блин, поставил себе свободную камеру, чтобы в репках там, типа, записывать что-то. В итоге поставилась забавили еще отдаленная камера, блин, сейчас. Оу-оу. Давно я ее не использовал. Оу-оу. Да я на вас сейчас смотрю, вот как артовод. Я как настоящий артовод на вас смотрю, свысока. Ого-го. Ого-го. Чё-то ты медленный холос, лопок. Не без дупая. А где кусок? А, вот он. А где же? На Подгорье едь. Подгорье? Подгорье. Я на гору, а ты на Подгорье. Подгорье. Черногория, Подгорье. Регион такой. Ты что ты ссышь, брек? Иди троек убивай, я прикрою. Лыкайся до этой зоны. До саппорте мне же приподнялся. А чё, все вперед-то поехали, уроды? Блин, я ноги поломал. Это что было? Я в лампе. Лампа. Ты прям Джим. По мне стреляет 71-й, блин. Ну почему? Не повезло, господи, тебе. Господи. Не поверишь, он стреляет снизу. Или он на... наверное. Вижу его. Вижу цель. Не попадаю. Они в дефе. Нифига себе. Типа... Они в дефе, аккуратно. Аккуратно, они в дефе, они могут что-то с нами сделать. Павел, живи. Нашел друзей. Ты это можешь не говорить. И чё, как они там? А, слышь, да, это реально. Стандартная установка у Павела. Чё-то Павел даже друзья как-то... На заводские настройки, если Павел сбросить, все равно как бы у него... Павел живи. Если кому-то интересно. Чё, кому не интересно? 71-й без двух. Да, такая инфа у него, 15 секунд. Ну это да. Этого... Я... Некер... Я свой серебро, как тройку пробью. Так и голдой стреляй. И как голдой стреляй. Серебряная, правда, голдой. Кто со мной, тот герой, а кто без меня, тот свинья. Я тоже думаю, что пора их напрячь. А чё они там так выехали? Они почувствовали носковый. Да-да-да. Танкую от троек просто. Попадание. Сраная тройка. Набью. Сори, мне фарм нужен. Изи дэмэдж. Воу, братья, а как так меня подставили? Ну ты просто рак. Меня смешали как бы, затоптали. Еще некрасивый как бы клан знак на танке, вот еще так вот. Разобьется, не? Лучше карту взял. Давай, брекнек. Все зрители смотрят на тебя. Ответственный момент. Все. Ответственный момент не удался. Да, именно то, что надо. То, что надо для стрима. Ты видел, куда я его не пробил? Как обычно. Я тройка, я не хочу. Ты чё, Кол, здесь тимплей устроил? Да. 460. Ты ловишь, что знаю об этой игре. Под голдовый снаряд ушел на 71-го, первый. Где? 63. Чёрт, мне сейчас денег с меня снимут. Да. Ну ты вообще не богач.
Кто по мне стрельнул? По мне кто-то свой стрельнул. Кто это? Мне 5000 отдали. Кто это мог делать? Поехали. Луковицы. Так. Командир, что править, командир? Куча троек и 2-54. Это 2-54 про меня. А Брэк говно взял. Говно. Ну ща. Почему у нас куча троек и два? Блин, наконец-то. Куча троек. А... Раз, возьми не это говно другое, типа тройки, да. 7-40 возьмет, ты потом будешь умолять его обратно взять. Не, одиносик это жестко, давай тройку. Это жестко, естественно. А, ну поехали, пофиг. Ай, ладно. О, это же. О, это мы этим проиграли. Форц. Сейчас разберемся. Все, короче, по тактике ГВП. По да. тактике говно. И состав там вообще танки не делают. Брэк, команды. Все мелкие сюда, тройки здесь оставайтесь. Так все, я за домик. Сюда. А как мы примем там мелкие? Как сюда, а как же по тактике ГВП? Кто это? Это Supreme. А если ты хочешь их потроллить, произноси их к названию Supreme. Нет, если ты хочешь потроллить, тоненький. Вспомни. Ну, а чё, они агресса? Рон такой, надеюсь, не будешь меня на интервью называть наш команд Supreme? Я говорю, нет, а чё? Он такой, ну смотри, не, смотри. Supreme, то ладно. А мы что там, пятером будем вдвоем принимать пятерых? Пятером, вдвоем, да, втроем. Давай. Если отсюда пушим кишку. Брэк, ты говно. Мы толпой, а тройками подъезжаем сюда. Аргументированно. Тройку, кстати, с 90-ком пустите сюда. Зачекать, чтобы никого не было, подберемся. Брэк, две тройки назад вернемся. Где все кишки, да, тройка одна лишняя, можно ее сюда. Не, она не доедет. Да доедет. Да ее отсюда светит и казнет. Где все кишки? Кишка не жалко. Кусок, чекни лампу. Может, ты сможешь. О, вижу тройку. Не, не вижу сможешь. Препятствий. Ну чё вы все стоите? Одни, о, один, два. Бахнули. Валим. Мы сюда пушим все. Тройку с дневносиком туда пустите. Я поехал. Остальные кишку надо пропушить. Что, в смысле, а две тройки сюда, что ли? Трое, да. Ну чё это говно здесь делает, бля? Тройка по 4. 54. Ещё одну тройку сюда. Поехали. Остальным просто сбивать надо. Вот, один тут. Саппорт нужен с этим. Угу, пропусти только. Бля, сейчас тройки дойдут. А чё, я всё, да, поиграл? Ну ладно. Мне пушат. Якова, меня пушат. Три пуля. Сейчас альфу дам. Вы заберёте там эти танки уже когда-нибудь? Нет, зачем? Да, сейчас. Она сейчас базу возьму. Не возьмут. Не уберут. Мне кажется, ты не возьму. Кишку вот этим подъезжать. Брэк сам разберёшь. Не, спасибо, я здесь поставлю пока. А, три? Ладно. Хер знает, вон он. Конченый. Беги на меня. Да иди ещё. Брэк убьёшь? А, ну всё, сам. Брэк убьёшь? Нет, мне одна. Здесь 5-4 прям. На меня выведешь, да, я его убью. Да. База. Идите втроём. Там все 4. Да тройка нужно сбить просто и всё. Я только давай. С одного собью и сдохну сейчас. В принципе, корейц может с 54-й город поехать. Главное 45 хп, чтобы он... Главное сбей. Ты забьёшь? Всё, убили 5-4 в городе. Бля, ну сбейте. Не полетело. Тут X3. Ну ё-моё, опять чё? Поиграли. Ну я не успею. Охрененно, бля. Такое бывает. Ой, это убрали. Огонь. Первый раз вниз опускаемся. Нифига, это сколько очков мы слили? 34. А у нас было 30. А как так? А почему у нас теперь 99? Так. О, как быстро нашло. А ниже, значит.
Факт. Блин, а так. Мы теперь уже на дне. Так, но они же должны быть. Чё брать? Арта. 54. Короче, должны нормально быть, то что по скиллу должны кинуть. Если быстро. Всё, поехали. Ужас. Киллзон? Чё это такое? Киллзон. А, это кир... А 37-го не подобрали. Дэмэдж лидера у них есть. Лидер. Здесь встань, остальные сюда, я здесь останусь, буду светить. Самое смешное, они из разных кланов. Не, я здесь останусь, поближе было. Что, да, куда? Да. На версии? Ну, просто бы, тебе не приехали вот так. А, окей. Без ями можно нормально стоять. Да, расстояние большое тогда будет. Поехали. Сюда сведусь. Здесь никого не вижу. А чё, мы сразу туда пролетаем? Смотрите, где они там сейчас. А, у нас будет. Брэк не поехал. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно там. Шесть. Все? Ой, как долго снаряд летит, блин. Блок поставь, на рту играть. Я убегать его надо. Ну я не бегу уже. Они врываются. 37. Так, да, 300. Потом 700. Добью 60. 700, может кто? Да, да, да. О, ништяк. Только, блядь. У нас все упали кусты. Вижу. Кого вешал? Падаю. Он должен. На гусле вот этот. Хорош. У тебя здесь 16, тебе. 37-й сейчас будет жопу пилить с балкона. Меня стреляют. Брэк, не лезь вниз. К тебе один поднимается. Да, я. 37-й упал вниз. Брэк, тебе посветить 54. Мне опять... И скайтить сюда. Угу. Да там шотный, садись на меня. Шотный, правильно? Сион. Нет, один тысяча. Один шот. Ты упал вообще? Мне надо 37. Блин, ну это... Ладно. Да я его сам могу захват забрать. Не трогай. Да пофиг. Просто одна... Знаете. Если одна ко мне поедет, куда? Уже убил одного. Ну, ты же не упал. Сейчас смогут просто... Так рец убьет 37. Все, можешь не ехать, Брэк, не полезь. На гору подымусь. Или к тебе ехать? К тебе поеду. Пересводка у меня. У тебя едет. У меня две. Корец, пулю нужна. Две ближнего надо кинуть. Нам нужна. Ну, скатись же куда-нибудь. 197. Двушотные оба. Он к тебе мог поехать. Пусть едет. Ну они в дефе, поэтому нужно догонять корец. Ламп. Кусту. Кусту здесь. Могу рандомнуть или не надо? Нет, не буду. Да ну, давай, давай. Че не света? Ладно, рандомлю. Нет. Thank you very much. Стился? Нет. Сейчас. Походу поедет к тебе. Да, так, жди, корец, жди зарядкой, джаст. Ой. Чё спешить? Потому что он и джаст может поехать и уехать, блин. Ну, так в любом случае невыгодно ехать, да когда джаст.
Куда он уехать ты можешь? Только в сторону Джаста, если ты светил. Да. Что-то быстро здесь упали, нет? Не ваншотнул там типа вам. Ну, две пули, по-моему, дали максимум. Ты бишь две пули дал и упал? Три. Три? А кола и пойл? Я просто... Одну? Ну... А не, на меня привели сразу. Нормально, воздают. Давай, Джаст, покажи, что такое шар. А чё, тебя не вижу? Чё, разводка. Понизу, наверное, поедет. Он ехать может, да? В теории может, если он... Ты ж светился? Я не помню. Садился. Тогда за камнем спереди, если не знаешь. Светился, но уехать мог. Передам к тебе. Спешил. Залезает тут все-таки не здесь. Огонь, пацаны, начало. Thank you very much. Ну что, там некуда кайтить было или что? Потому что надо играть без М40-43. Так при чем тут это у нас? Как можно 1200 дать? Ладно, один шот. Для участия в розыгрыше прем-аккаунта вам нужно быть подписан на наш Twitch и хотя бы одно сообщение за последние 10 минут в Twitch-чат написать. Поехали. Таким стапом? Да. Прем-аккаунт на ру, естественно. Thank you very much. А там не универсальные? Что? Там, по-моему, универсальные на гранд-финале нам выдавали. Ну, евро и на ру. Ну, это на гранд-финале какие-то особенные выдавали. Вообще их, типа, обычно делают для одного сервера. Большинство бонус-кодов. Thank you very much. Ну вот, пускай все пишут. Огонь, активизация как раз в чатике. Ну, типа, специально через бота можно разыгрывать. Этот, как серьезный я получил. Стоп. Для активных подписчиков. Че, идем пушить? Статисты. Thank you very much. Две тройки. Три тройки здесь, 90-ик здесь и 54-ки вот так вот заходим со мной вместе. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ну-ка, ставим ставки, сломаю себе ногу. Угу. В кишке кто-то есть, да, рандоме. Ну, ни хрена. Брэк, там слишком. В кишке пока не стоит в упоре. Я стою. С выстрела не засветился. Аккуратно здесь пошире выйдите. Я еще поверху пойду. Брэк, ты же ничего не светишь? Ничего не светишь. Ну, похоже, что они где-то здесь. Арта КД. Аккуратно здесь. Взял, блин, блайндом пулю получил. 54 в кишке. Стойте, тут я сейчас пройду сюда, если кто-то будет, уедете отсюда. Шутяга. Я тоже попробую уехать, если что. Арта, убиваем. Убиваем. Арта КД.
Меня стреляло. Этого тоже убиваем. На меня повел. Ставим, убиваем. Брэк, можете в кишку? Второго. Сейчас сюда должен пушить. Я следю сейчас. Далеко. Thank you very much. Блин, какая земля. Шире-шире светитесь. Вдвоем по городу едьте. А. По городу ходите. Чё они тупят там что-то долго. Вот. Все, едем. По кишке уже давайте, не успеете. Внизу еще кто-то есть. Или, пляжу, может, или на двойке, тройке. Ну пляж чистый, я еду нормально. Там типа все равно лучше. Можно разменять хоть. Где его? Сотка, давайте. Thank you very much. Пульки. Две тройки, когда? Я не понял, это мне сейчас сотку сказали, брони не пробиты или пули не полетели. Сотка не минус. Нет инфы. Она в кого-то стреляла вообще? Вроде в своего. Подавливается хорошо. Народу повезло. Мы все-таки разыграем. А теперь все просто. От вас вообще теперь ничего не зависит. Но я нажимаю в настройках бота выбрать случайного активного подписчика канала. И он сейчас напишет в чатике, кто победил. Чем, Папа чем... Дон Дигидон. Грац. Все, 3 дня према. Я тебе в личку напишу. Я помню, в TeamSpeak там есть геймер с этим. 54-ки. Все. Че, у них там 2 карты? А что тебе? Хороший карты. Путь у нас бывает. 3. Все, без 90-ка? Ну, один можно взять, поехали. Папа Дон Дигидон. Написать в личку, ну, типа, кликаешь профиль, отправить месседж, типа, приватное сообщение. Там пишешь свой ник игровой. На русском сервере. Наступит день, и мы их выиграем. Туда же пушим? Угу. Я, наверное, здесь буду где-то. Бой начинается. А, не едет. Я сюда покачусь. Или ты там тоже корец будешь светить? Все сюда едь. Еще пора есть не светить там? Я посвечу тут снизу. Тройка. Так, они что, в круг едут. Давайте двое уже сюда едьте. Надо будет сюда поджаться. Я сюда вернусь сейчас. О, хорош. Через базу возвращаемся? Ну, вот сюда надо подъехать, чтобы сбить. Пушим их. Вот этот слева не уходит. Только сбить надо будет. Вот еще один здесь. Да, они не будут брать базу, походу.
Упало там 54-ку, враг можно и не найти. Я к нему поеду. Оставляйте. Блин, я умру сейчас. Я поеду. Можете посаппортить меня здесь, внизу. Thank you very much. Сейчас попробую. Кусок только. Нет, уже не можем. Ой, да ладно, бля. Как базу так пули едем. Летят? Да, двое, две тройки только берут. Сейчас ты надо, чтобы кусок собьет тут 100%. У меня две. Я за 54 ранее. Блин, тут не проедешь. Да, брак сзади, там 54 тебя будут долбить. Да, я заход себе. Я в КД. Мне как-то въехал. Не, ну у тебя пулик больше. Так идти дальше. Не, с самого начала сказал, что... Я не услышал, только когда ты сказал, уже ворвался, что... Попал. Тише. Я его закрывал, а ты? Наконец-то, что-то новенькое. Две 54-ки, одни тройки. Две 54-ки, одни тройки противоречат. Еще раз, этап. 2, 5, 4 тройки. И тройки это уже лучше. А РХМБ в WT не вписывается. РХМ, W. Ничего себе, рэп. P. Можно было соточку, конечно, взять, но ладно. Ну ты даешь. Да не, да. Если что, ответственность в этом сливе на тебя. Да, сотку не взял. ETA. Сергей нас сейчас покарает. Да. А друид его будет хилить. Что ты против этого сделаешь? Тройку одну сюда, остальные сюда поджимать и 5-4 здесь тоже. Со мной. Шо, куда одна тройка? Сюда? Сюда. Да, я поеду. А, удачи тебе. Я скажешь. Как там? Передавай привет. Где-то станьте по кустам, я буду светить просто с дороги. Никто же не заметил кусок. А с маленьким деревом все нормально, да, было? Че, там ничего не ломается, не видно? В поле ничего не ломается. Кого в варпак стоит? У меня только отдаленная камера. Где что поломалось? Не показывает. Тут дерево какое-то сломано. А слышишь, удалённые камеры, огонь смотреть, всякие заборчики в городах. Раньше помню. Так,
Что, плазму? Юзали все прям вообще огонь. Потом эти всякие мерзкие правила. В город продвигаться, что они моды запрещены и прочее. Так сюда же можно съехать и сбить тогда. Бьюти. Бьюти кусок. Что, не понимаешь, тебя убьют? Давайте по шестерка места доедем. Вот они, все, поехали. Че, куда? Я сюда поеду. Вот пробую. Так вот все. Ну посмотрим, если никого нет, отсюда зайдем. Прям на голову падаем будем. Голову. Павел, гоу со мной. Съехали. Аккуратно там. Надо это забрать. Куда вы так далеко едете? Ну, разбирать. А что, вы сюда нельзя приехать? Нет. Почему? Ну, то, что тут танк может быть на колени. И он нам будет больно делать. Вот они. Два. Голубятина! Я хотел сюда же. Ну, вообще троек надо. Хотя, не, надо уже 50 человек принимать. Вы справитесь с 54-ками там? Ну, они ничего не делают. Давай соток пока быстрее. Сотка к нам просто едет. Тройка КД. Сотка не доедет до вас. Отъедь назад за бункер. В анклив без одной. Они сейчас подъедут. Едут на нас. Я к вам переехал. Я убью же этого. Да я справа встану. Сотка сзади. Могу с 54. Какой рикошет, блядь. Заряжаешь. Добью этого. Дай сотку. Я добью его. Ну у меня, блин... Я безряжаю еще. Ну добей эту шотну. Дайте сюда одну. Угу, через три. Не, две шотны. Не, уже не дам. Вау. Я этого доберу. Нихера. 287. Охренеть. Говорите, добью, и она еще два шота успевает дать. На 10. Так она дала шотни. Свет будет, я затомился. Ну когда же? Сейчас пытается меня закрыть, поэтому мне приходится ездить. Это поворот. Он мне прям... Ой-ой-ой, надамажил. 8 шотов не дал. Все, хп у меня 12 отнял. Пам-пам-пабам, да. Победный марш. 6 очков. Огонь. Радуйся, что тебе за Лигу 6 дивизион D хоть что-то дали, а им плюс 2. Потому что они не слышат твой чудесный голос, когда ты говоришь subscribe us, guys, please, таким своим чудесным произношением. Guys, please subscribe. Follow us on Instagram. Давай, еще, еще. Огонь. Я уже сам пойду подпишусь. Понял. Почему у меня не все в друзьях? У меня, по-моему, никого метанк, вообще. Урод. И что? А чем тебе не танк? Все опять эти ВП. О! О! Прохоровка. Брэк, как, на гору? На гору поехали. Нас нормальный стоп. Идем там реванш возьмем. Подожди, победит кто? Гора или яма? Яма или гора? Тактика две у нас их. Да крест, крест, если что, они из третьей сюда ставят, сами едут сюда. Срочно, мы... пацаны, голосуем мы в чате. Куда мы должны ехать? У вас 10 секунд. А нету этого, который фудит больше всех. Кто? В чате. Ник. А я не помню. Вот это поворот. Опа. Я просто ищу вот этот кусочек. А что, как это называется место? Полуяма. Слева от ямы. Вы ошибаетесь, он говорит не хер. Слева он говорит от ямы. Хер. Да. Вот это слово он пытается сказать. Так вот это светоните, если что, там дайте в ухо тройки. Куда вы едете? Надо справа оставляться, вы что, забыли уже? Столько ж. Вижу нубасов. Сруливайте сюда в яму, что, сами может, упадем. Здесь проехать? Не-не-не, сейчас сюда сами упадем. Я просто. Понял, я понял. Нам же баг. Типа мы жесткие.
Нам и поехали в яму. Вот здесь какой-то... Ружка здесь. И еще маленький, значит. Че, пушим? Надо собраться, что это? Запушим. Корец хочет пушить? Сейчас я сюда поеду, посмотрим, сзади. Подождите. Что, пушите, не в яму еще не заехали. Мы что? Снизу только в яму пропушим. Просто будет. Тихо, чтобы не думали яму мама. Брать. Сейчас, папа все сделает. Уроды. Просто ставьте блоки, все, и ставьте. С теми разберусь. Хоть ближе к яме. Вот, беру. Бет. О, 37-й. Жертва. На гусле. Найс, гайз! Гайз! На меня смотрят, good job. Если б не загуслил бы. Да. Ближе к яме переедьте. Они собираются. Ближе к яме. Комочек? В комочек. Комочек собрались. Тихо, аккуратно. Слизьте на левую ружку. Давай. Дал! Они пушить будут, да? Она на гусле стоит. Давайте она без ремки. Нормально, у него оторвало. Все, поехали. Ой, а чего не говоришь, что доберешься? Там наши, ваши КДшцы по нашим. Наши, ваши по нашим. Русские по нерусским. Ты что здесь межнациональную рознь устраиваешь? Забаню тебя за это в чате. Никто еще. Серега. Никто там еще там... совсем. Никто еще совсем никогда нет. Еее, победа, мы просто с ними как бы 2-2 счет соскошелся. Непонятно, брать команду и все нормально. Я нельзя здесь же писать. Мы бы написали, написали все, когда мы проигрывали бы. Построили. В итоге яма зарешала. Может, в личку написать Санта-Клаусу? Ха, смотри, 2-2 уже. Щенок. Команда перешла в дивизион Б. Пацаны, это успех. Так это что, СК-6 были? Боже. Аметист. О, мы в дефе. Четыре тройки, давайте четыре тройки. Тут ты за М44, алё. Так у нас КР-на нету, всё, плохо дело. А кто продал мою М44? Оооо! Ещё одну троечку. Да не, возьми нормальный танк. Ну ладно. Ну, моя профильная карта не дает поиграть. Нормально это М40-43. Нормально это дед. Могу им все равно взять. Мне нравится кого такой, та тройка, это я еще на ней не играл. В смысле? Я не понял, блин. Кто взял тройку? Якова. Ты что, ты стартанешь сегодня? Да, блядь, 10 секунд. Ты что? Не понял, блядь. Just... Я взял? Кола, а у тебя там метист. СК-6, мы с ним будем опускать их вниз. Да, они больше на нас нафармили, чем мы на них. Ну да. Я понял. Сейчас все отберем. Жаль, чат выключен. Да, мы бы с ними пообщались бы с ними. Чат отключен красными буквами. Надо свапнуться. Hello, mates. На стриме посмотрим. Thank you very much. Как изи. Это решающий раунд, нас сейчас 2-2. Короче, собрались. Тайбрейк на рудниках. Едете, а очень вот играешь. 54-ки мы стреляются, тройка выставляется вот сюда. Я сразу сюда еду. 54-ки тоже выставляются? Да, двумя сетшотитесь, потом пушите просто вперед. Я сейчас сюда еду. Вы Васю столкнете только отсюда, обязательно. Ого. Я поеду. А если он разобьется? А если да? О, где 10-98? А потом напишут жалобу на нас. Позовут толкни. Втащу в лицо. Фейс. Фейс. Фейс ин фейс. Зеленый, друзья. Да не закрывай ты! Крыс. Пушки тройки, уроды, малые. Дальше эти. Чё только один? Чё тройки не пушат? А чё пушить, кстати? Едь. Да, ну, кстати, Сёжа на горы загоните. Сзади. Да, сзади. Пушите вперед, похер. Он там один, но вы все равно пушите. Просто пушите сейф, идите. На! Ни хрена себе один. Сейчас, может, помогу выстрелом. Он про гору. Он трока, пустите две пси четверки. Блин. Ладно, поехали. Thank you very much. Давай, едь. Еще кинете одну пульку в него? Нет, я убегаю. 5-4, может, с горы светите кем-то, только тройку доберите. Тройка КД, блин. Тройку надо убить. Ну что там? 37-й, не? Не, погнаду, да. Свет мажь, да? Я не могу. Ну, рентген, в смысле. Ну не с рентгене, ты шо? Блин, не пускай. С рентген как-нибудь.
Какой ты хитер. Вон. Блин, они горы могут инвалидов. Пушить, алло. Назад возвращайтесь. Да ничего, да, они могут пушить, ты чё? Истеричка чёртова. Я просто кричу, я просто кричу. Трое там стоят. Упы. Куда Джаст? Либо к вам. Убивать. Даёшь им шансы? Какие шансы убивать? Убить. Подписывайтесь, если Джаст сейчас сольется. О, точняк, все, пацаны, смотрите. Если Джаст сольется, вы сразу подписывайтесь. А это неизбежно. Это беспроигрышная ситуация для нас. Не помогайте ему, дайте ему сдохнуть, что вы, подписчиков не потеряем. А что мне не помогает? А что дороже, Джаст или подписчик? Джаст или подписчик, не трогайте Гонзалика, он должен пробить одну пулю. Гонзалес. Да что ты не сдохнешь, блин? Да. Да добейте его сами. Thank you very much. Короче, да, мы договорились, что если Джаст умрет, бля, и попасть не могу в него. Подписчиков бывает сквозь пальцы. Thank you very much. Вот, слышь, пошли сразу подписываться, а Джаст еще не сдох. Джаст, ты сдохнешь сегодня или нет? Я командир. Понимаешь, что ты сделаешь что-нибудь? Ты понимаешь, ты ради команды должен пожертвовать собой. Я дал им все карты в руки, чтобы сдохнуть. Только попробуй нахрен. Давайте, ребята. Последнюю секунду, Джаст, просто я был заряжен. Да. Черт. Ты понимаешь, что он творил? 22 очка, все, загоняем их в долги. Так, все, поехали. Куча мелких троек, пацаны. Так, стоп. Сотку не могу взять. У меня сотка не заряжена. У меня есть заряженная. Да, такого все делать, чтобы не играть на тройке. Возьми рушку, есть рушка? 5-4. Да стройку возьми ты. Ты берите троек, возьмите. Понял, ты чё, пэй? Thank you very much. Джаст, за что? Сотку возьми, не гони, сотку возьми. А суперперчик пойдёт? Возьми нормальную тройку. Нормальная эта тройка? Да мы не выиграем с пулями. Пойдёт. Да мы слишком много уже выиграли. Да слышь, давай бери. Пора сливать. 20 секунд у тебя слоупок поганый. Ты и так засветился на стриме. Всё, ты чё? Вы знаете, что всё? Ну ты меняешь, нет? Нет? А ты думаешь, 10 секунд бы тебе что-нибудь дало? Ну, Артур можно взять быстро. Леп тройку взял. Это что такое? ВВА-45. Господи, все, ливаем. Седьмой британский. Не понял, ну что, в дефе? А что у него такое сложное название? А, вот так и мы... 24 дед или 24 дед? Атакуем. Дед и дед. Он легко пробивается? Это седьмой левел какой-то, блин, а что это за Вася? Ой, кореец, так ты тестишь, да, нам говоришь, что все танки наизусть знаешь? Так он про шестые. Как мы проиграем Сина? Кусок вы ботов использовали для подписи. Конечно, у нас, видишь, 140 зрителей. У нас в жизни бы не набрали столько. Thank you very much. Давайте мы с Брэком сюда. Вы тут блок пока ставьте. Сейчас посмотрим, где они. Блочару ставим. Ой, куда мне? Ой, у меня паёк не загрузился. Не знаю. Ой! Не, серьезно. Я без снаряда, ой. Ну, как всегда, куда-нибудь налево. Так, а куда по 4? Откуда ну, здесь тоже крутись, а мы с Диносиком тут. Ты даже короче, не здесь, где-то вот здесь. Вот с ними, я сам буду вот здесь. Что-то. Если что, чтобы ты там кабанчиком метнулся. А это быстрое это говно вот это большое? Ты что, ты видел его по модельке? Какой быстрый? Ты веришь, что он быстро ездит? А вдруг он топит? Это невозможно. Сыкло кола. Что такая дымка? Я же на позиции понял. А, ну да, тогда понятно. Тогда все нормально. Это да. Ну-ка, поехал. Упал столб. Давай ломите кусок, Джаст. Какая разница в кусок? Я не знаю, меня толкает, я как бы еду. Джаст, харе упарываться, давай, нормально. Ага. Не сломалось тебя там? Смотрите, к вам могут сюда выйти. Отсюда посмотри тут, да. 1500! Нихера, блин. Нихера себе у него хп. Они на вас зацеливают. О, ребята, ощущаем в жопу. Надо сзади зайти убить. Ну, я тут посвечу тебя сейчас. Спереди кто-то. Нет, ну поехали, зайдем сзади сюда. Алло, нам, помогите, help. Да. Не, хайте, там уроды. Thank you very much. Да не надо, убиваем. Дашь еще одну пулю? О. Я в эту голову. Вот сюда надо помочь, да, я тоже поеду. Какого? Пошли выйдем, слышь, убьем этого. Thank you very much. Ну ладно. Дай в него. Я останусь. У меня КД. А, ну слышь, дохни тогда. Я 400 убью. Я её убью. Так убьёт. 10. Вот этого убью. У меня КД. 4 пуля. Хорош. Пуш от тебя кусок. За гигантское прощай, говно, брат. 500 хп. Я валю.
Время играть от старты пойло. Я убил неизвестный танк. Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло. Что, Рюжман? Ты поешь так же, как играешь. Как Повел пою? Да нет. Повел лучше? В этом случае молчание золото. Повел худше? Что случилось в нашей жизни? Так, у меня КД, не стреляем. Тараним, не стреляем, значит. Не стреляем. Эй, я так не могу. Говорил тебе, бери эту танк. Что он меня стреляет, урод, блин? Те, кто недавно присоединился, рассказывают, что когда мы сейчас стрим закончим через пару боев, еще в конце разыграем обязательно. Куда закончим? Уже 150 зрителей, мы никогда. Все, отменяем тренировку, мы стримим до ночи. Партнерку, бабки рубим. Ты чё палишь, парит партнера? 6! Еее, бэби. Оо. Ну это настало время 49-ки, да? Так а чё? Я на чём тут играю? На тройке, да? Ой, мы чё. Ну ладно. Идёмте пропушим. Ритин, стоп, пропушим. Да мы не умеем. А если сильно. Пропушим? Наш любимый поджим. Хороший поджим, честно. Хороший поджим. Чтобы понять, о чём мы говорим, посмотрите запись против Синерджи. Да, только как бы не контрите больше наших так. Не на этом с банана выходите, ребята, это не закончится. А знаете, где можно найти записи наши? Тихо! Знаете, где наши записи матча можно найти? Правильно, в группе нашей ВКонтакте. А ссылки в описании Twitch канала. Оп, как я гармонично и органично. Сука, за тебя 4 зрителя отпало из твоей рекламы поганой. Пиарчик от бога, блин. А где? А, нормально, да, поехали. Нормально, подписанные могут смотреть стрим, не сотка могут, сюда, нужно короче, подписаться. Тусуют. Одна троечка сюда, остальные поджимайте сюда. Я сам. О, я сюда, пацаны, удачи вам. Не подписанные давай, видят только туда. Половину туда, экрана. Сюда ломишься. Я сам. Че пишешь, думал, безопасность всегда находится? Слышь, ты, что вы ебаете? Рот, закрой. Ладно. Ладно, говорил. Прыг, где камни? Что такой злой? Это ты-то, я не знаю, у вас нет еврейской жилки. На землю карту камуфляж. Так, это, алло. 200 голды. Алло. Где Брэк, ты едешь? А мы пушим, как Корейд завещал? Так же некачественно? Да, сориентируемся. Так же плохо? Я понял. Thank you very much. Тут-то вот чисто, короче, пока. Тут-то вот. Как темно тут. Чтоб тебе язык вырвали, ватник твой. Не помнишь, Брэк, как, короче, кровь из глаз текла, когда в бойницу стреляли еще в 7.42? В каком там? Втором сезоне? На горе кто-то есть. Ничего себе, это прям... В дырке был, значит. Как учуял? Сотка. Нифига себе, вот это поворот. Надо нащупать их... О, брат! Зацельте сотку! Братишка. Тройки. На банане есть тройка. Там еще один чувак. Здесь это 37-й. Пропушите туда. Она без трех. Она 2 КД. Видал, понял, что это делается? Я в КД ушел. Надо забрать там. Это говно. О, я в КД. Вот это можешь спокойно забрать. Я в КД. Да давай, я понял. Центральный он КД. За цель пока. Меня не выгнали зашли меня. А, их тут трое, не двое. Первое дело. А КД ваш? КД. Хорс КД ваш. Без двух пес наверху. Сзади. Аккуратнее, ты шо вы там о, нахер там ложишь? Спокойно ты так. У них сейчас сотки съеду там, пёс. Да вы чё, тогда пойдите отсюда нахер, бля. Назад. Ты убиваешь его, Джаст? Ну, вообще, да. Давай танкану, Джаст. Ну, убейте этого хорса нахер. Он КД. Он КД. Угу, третий раз уже. Не лезь, не лезь, не лезь, Повел, сейчас я дам ему. Да беру друг Джаст и тратим. Так, КД тройка. Да. Можете откатить, чё вы? Всё, я уехал. Мы всё да можем. Нормально всё, что вы кипишуете. Я ещё, пацаны, помогу. Они меня хотят убить! Сотки едут! А вот убейте ваншот... О, господи. Нормально всё, чё вы кипишуете. А что по соткам? Вот 400, сколько у неё? Немного у них, там половина максимум. Да, секунды. Но они там стреляли уже минуты две. Мне пофиг, крой меня. Кто-то может быть... Да крою, братан! Ты крой! Крою, закрой, как... закрывай! Ну догоняй, закрывай быстрее! Сейчас догоню! Ты ублюдок! Закрою тебя, Джаст! Джаста убили, подписывайтесь! Пацаны, подписывайтесь! Мы как обещали, Джаст сдох. Я же занимаюсь нахрен. Ты занимаешься? Я же вам потом устрою. А у тебя же память короткая, а буткемп еще. Да мы с лицом на лан не выйдем, чтобы с тобой не встретиться. 21.
Ну 21 тоже серьезно. Это уже неплохо, это уже хорошо. Да, нам еще такое, пару раз из К6 встретить, и мы как бы уже можем в дивизион А заходить. Пожалуйста, я тебя показал на стриме буквально на 5 секунд. Не получилась медийная реклама. Это мой дядя, реально. Все, тихо. Тихо, тихо. Народ! Я хочу так, все. Меня убили в прошлом бою. Возьми 54-ку. Нет. Зас, давай ты будешь это. Ты меня потом убьешь, ладно? Зас, возьми 54-ку. Нет, вы меня убили. Я не разрешал этого делать. Да не плачь. Джаз, давай речь. Я не выживу на сотке. Нет. Джаз. Я должен жить. Стартуй мне стартап по сотке. Не, ну давай в дефи. Мне хрен меня убивать, я не возьму. Да стартуй, стартуй кусок. Вот, спик. Надо меня убивать. Пик. Любочка. Ой, а что у меня с красками? Джаст, это твои фотосессии. О, наш постоянный зритель Заленкоп пришел. Флюдер. А, это вот, который флюдер больше всех. Да. О, пленка 40-х годов. Боже, что это такое все пурпурное. Джаст, вот здесь. О. Вот здесь вернее где-то 100. Сейчас посмотрим. Надеюсь. Так, ну конечно, эксперимент не очень. Под горе. Оп. Сейчас как уменьшится сразу. А почему розовые сразу становятся красной линией? Пленка 40-х годов, это все, да, так. Это типа, угу. Типа дедовая Валя, пленка, да, все дела. Ага, я понял. Я ел вообще-то? А я не ел вообще-то и сижу на стриме, а ты жрёшь. Это как так, нормально, типа честно? Надо есть и смотреть, что за херня? Есть и смотреть. Я бы посмотрел, но нужно быстро дохнуть, а еще нужно там кнопку в бой нажимать. Вообще, уважающийся фанат на автоплее просто ставит стрим. Неважно, где он. Где сотка танковать надо? СП1С. Да ёб твою, холмик. Я случайно ворвался здесь. Да-да. Случайно, это... Да, да. Не знаю, как так получилось. Сзади вот здесь еще чувак. 16 или ЛТБ. Да, хорошая инфа. Какая уж есть, извините, 416. Там уже. Бля, они прям... всех, никого не беру. Они прям планируют подкрасться там незаметно, ночи. Меня выцелили. Ну, камуфляж-то есть? Ничего себе! Воткнули. Вот этого урода убейте. Я дальше случайно врываюсь. Еду за ним. Это уже не случайность, Бишоп, это уже закономерность. Сейчас под вас видит. Ты чё умничаешь словами умными? Да типа, лё, он меня там что-то у меня кдшится, ни хера не могу стрелять никуда. Да ему уже хана, блин, брэк. Это хорошо. Да чё? Какая драка повел была? Нечестно было, с самого начала. О, а теперь можешь помогать. Не-не-не, теперь уже давай сам. Не-не-не, можешь помогать, в принципе, я так ну, не... Ну помогать, ну пожалуйста, можешь помогать. Вот так вот ковывается либо я играю. И ноет. Можешь помогать, можешь не помогать. А чё они так за камнем от меня все прячутся? А вот реально такое ощущение, что они именно от тебя, да, ныкаются? Нет. Нет. Это как костер с дымом, всегда на тебя. Аналогия. Да. Всегда невыгодно тебе. Шо ты? Джаста, что ли, убить? Где он, где он? Топится. Так, парни. Прыгнул. Попытка последняя. Ласт. Последняя? Типа, да. Вот, прости, мы задержимся? Нет, нормально, мы успеваем. Брэк, все успеваем. Ну тут, я думаю, изерта, да? 5-4. Там СК-6, говорят, возьмите там тройку, что-нибудь там есть, кого-то там. Да, убийшип я увидел. А, это атака, блин. Это атака, вы, боже. Какие танки, ты о, чё? О, боже мой, это возьмите же атака. Возьмите там что-нибудь. Джаз, возьми 54-ку. Yeah, это деф, ой, атака. Джаз, возьми 54-ку. Да возьмите, блин, сетап на вторую базу. Ну ладно. Мне промп тоже подвинули, что я уже не помню, блин. А мы с артой играли в атаке и выигрывали. Да не играли мы здесь. Мы, да, и на этом, и на Заполярье побеждали. Барбекю. Из
Да, это нормально. Так это сокращение барбекю, правильно пишешь? Да. О, все, сейчас поедим, пацаны, и не надо будет даже перерыв делать перед тренировкой. Так, трубку, мне помыться надо. Аккуратно, спортивно, вот так вот проводите. Поплюй на себя. Ну, я не я тут проезжаю, нет. Короче, если пацаки здесь, ломайте им кабины. Ок. Но они будут здесь, блин. Здесь, здесь, они же, блин, с 90-ка. Кусок у тебя, они могут просто медпушить. Что просто... Что? Вытекает немного глаз. Thank you very much. У меня фильтр. Поставь случайный. Случайный? Естественно. А он как вообще? Случайный, это как? Аккуратно, бля, могут медпушить. А он меняется каждый бой или что? Конечно. Каждую секунду. Ты так я играешь, понимаю. Бишоп, всегда на лане? Да, разные мышки, разная сенса, все разное. А знаешь, что Джоус как бы анонсил такой, типа, купил себе девайсы, выбирал коврик, не знал, какой выбрать, купил два. Вау. Вот так вот ничего надо. Ничего себе история. С ним пошел тусеть, вижу, что ли? Вижу танки. Да. Ночью вчера гуляли. Во, пацан, вообще такой вы, как вы он, слышали? Кусок знает Джова. Кусок тусил Джова. Я его за руку держал и кальян с ним курил. Если вы хотите увидеть фотки, подписывайтесь, кусок выложит. Слышь, ни одной фотки у меня с Джоувом нет. Какой ты справа, К4. Чё ты думал? Это Москва, свободные нравы? Да. Да он мне рассказывал, что хочет прийти. 90-ик. Откуда тебе... Отсюда. Может, не помогите? 150. Здесь, короче, П4, вот здесь. Сейчас дам свет, убьете нахер. Нахер так нахер. Где... Вы чё... Умер. Кусок, ты чё со мной не помогаешь, алло? Ну, он пошёл на перерыв. Я, как бы это, зацелил. А, а вот здесь там, в кустах. Саппорт мне, я ж говорил. Саппорти мне. Ну, если он выйдет только, то саппорчу. Саппорт! Да фиг, ты дом пропущу. Сломай брейк. Сломали мне. Эй, алло. Понятно всё, кусок. Хелпа. Ну ты сейчас закрываешь мне, его не могу дать. Я его поставил. Но ты всё равно умрёшь. Да отъедь ты, ёпты. Все без тебя приходится делать. Ты куда нахер летит все, блин? 90-ка добью. Где саппорт? Вы сдохли все. Ты закрыл мне его. Ну, басосы. Ты про кого сейчас? Доберу. На огонь, альфа. Я без БК. Кусок, пора ехать нам. А я не попадаю. Тикай-тикай-тикай, бишоп. Мы сейчас сольем, два инвалида остались. Кореец, КП, не отдай колы, не ворвись. А кой два инвалида. Что, 90 надо давать? Покусанные. Я их не беру, бля. Они задамамят мне. Огонь. Если чё, танк можно вперед подвинуть. W там найди на клавиатуре. Просто они за мной поедут, бля. Ты мне сейчас? Я уже не еду. Не-не-не, у нас там у танка нет прострела. Блин, он меня видит. Подъезжай, они ко мне один точно поехал. Да, к тебе, ваншотный поехал, кореец, сюда едь, мы сдохнем сейчас уже. Да я сдохну. Огонь, 10 квадратов разница. Ну еще у меня лампа. Как ты умер, кусок? Ты что там, не видел? Как вы сдохли все, вообще не понял. Вернулся в игру. Да. Сколько у них хп? 600 и 100 вроде. 600 и 108. Нормально, бля. А куба, чё или? У них такой стаб ДПМный, так упарываться жестко. Ты сказал, чувак, который поехал сюда? Я его убил. По сути, один в один, и то я выиграл. Я здесь очень дохера кинул, вообще непонятно. Ну так я там вообще, косарь, у меня пули не так, летели. Так, в конце слились, 3 в 2 было. Ты сейчас и шотный был. Ну, я шотный был, и кусок. Ну, кусок 400, ну. И кореец. Ну и как нам выиграть надо было? Ну, я думал, кусок выживет. Я накосячил, знаю, кусок, что, как выиграть надо было. Магию использовать. Я просто увидел кусок Ники и так понял, что можно не тащить. Ну, если вдвоём здесь станут, нихера не сделаю. Так ты бы так ничего не сделал.
Че они так засеверились? Жесткий. Акула все-таки подплывает. Ты бы как бы ногу подставлял бы побежали, такое? Крысы. Лол, вдвоем в одну сторону. На Верочку. Сейчас как утонут. Сейчас мы за 5 матчей заработанные очки слили. Нифига себе, бля. Лига 5 будет. Ну, на своего выводит, наверное. Значит, тут на первой линии нет. Че еще за тарань? Его врезался свой. Ну все, короче, кусок дно. Из-за меня слили. Пошли тренироваться. 1000 дамага ты оттуда дал? 3 года стрелял там?